Всем привет! Мы находимся в китайском городе Тайюань, столице провинции Шаньси. В этом видео постараемся кратко и емко рассказать вам об обстановке внутри города Тайюань. Население нашего города составляет более 2,5 миллионов человек. Общее количество зараженных с декабря 2019 года по сегодняшний день – 21 человек. Все инфицированные выздоровели. Новых случаев заражения не было выявлено в течение долгого периода времени. Примерно с середины марта почувствовалось некое послабление в режиме. С апреля карантин был снят, болезнь стала отступать благодаря огромным усилиям со стороны правительства и граждан. Еще в январе китайцы с уверенностью говорили о второй волне, которая начнется зимой, и активно к ней готовились. Для предотвращения распространения вируса предприняты определенные меры. Например, у каждого человека в Китае на мобильном телефоне есть индивидуальный QR-код. Этот код сканируют при въезде и выезде из города, входе в места, предполагающие большие скопления людей. По данному QR-коду можно отследить ваш маршрут в любой момент времени, что упрощает поиск людей, прибывших с мест, где имеются случаи заболевания. Сейчас все вернулось на круги своя, организации и предприятия работают в стандартном режиме, проводится большое количество массовых мероприятий, свадьбы на 100 и более человек, корпоративы, праздники. Люди все еще используют маски, но уже относятся к ним как к некому аксессуару. Во многих общественных местах исчезли охранники, которые раньше мерили температуру тела, записывали имена и номера телефонов. Санитайзеры на входе никуда не пропали, но уже, вероятно, стоят без дела, а про соблюдение дистанции говорить не стоит. По древнему китайскому календарю 2020 год считается самым неудачным и опасным годом в истории Китая. Но все когда-нибудь заканчивается, и 2020 год не исключение. Мы искренне надеемся, что в скором времени все будет хорошо.